Завтра с утра планирую котлеты, пельмени. Надо что-нибудь поймать. Кстати, до Алексиса я доплыл. Так и вот устье прямо вот указываю. Посмотрел я на это устье. Разочаровался. И на противоположный берег вот у этого ручья встал. Косой называется вроде как. Сейчас блесну покидаю, а потом хариуса наловлю. Он кормится, прыгает. Так что думаю, не проблема будет. Ты как прыгает, да? Ну что, ну блиночек же должен тоже здесь стоять. Местный говорят, рано я приехал, с 15 июля у Тайменей начинается жур, ну и у Ленков тоже. Уже взял. Я прям видел, как он подошел, думаю, не надо, не надо. Ой, что, на три круга поди? Ну, конечно, на три круга. Что с тобой делать теперь? Подожди, может, аккуратно получится. Не шевелись только. Не шевелись, говорю. Не шевелись. Все аккуратно получается. Подожди. Все, тихо, 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 тихо. Все, окей, не пострадал. Жить будешь. Что-то есть. Резёнок. О, нет. Елец. Елец, это ты? Кто это вообще? Елец. Не, мы тебя есть не будем. Харюза так харюза. Покидаем поплавочку. Может, получится выбрать какие-нибудь покрупнее.
Да. Ну, что такие мелкие-то? Под ручей прям кинуть, под устье. Может, поплавок прыгает. Может, тройник на поплавок одеть. По-моему, получше уже. Ну, тоже, конечно, так себе. Ну, за неимением пока пойдет. Совсем маленький. Ну, в принципе, еще одного и нам на котлетки хватит. Ну, как нам, мне одному. Угу.
Ну, тут более-менее. Более-менее.